Здравствуйте всем, сегодня у нас Монте-Карло, и замена микрофона очень часто выходит из строя. Разбираем телефон. Снимаем батарею. Снимаем все болты, которые крепят заднюю панель. Снимаем заднюю панель. Отстегиваем шлейф, кабель антенны. Вот этот вот шлейф нижних кнопок. Достаем вот эту плату, на которой находится микрофон. Вот он у нас. Ставим держак. градусов на фене ставим, больше не надо. Снимаем снизу. Плюс. Двинулся, снимаем и ставим новый. Давайте добавим флюс чуть-чуть. Видите, он встал на свое место. Все, снимаем, устанавливаем обратно. Кабель ставим на место. Заднюю панель собираем, закручиваем. Микрофон готов вот таким простым образом. За 5 минут мы поменяли микрофон. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому видео было полезным. Подписывайтесь. Удачного дня!